Большой спортивный праздник состоялся в воскресенье в городском парке. На лыжных трассах прошли всероссийские массовые соревнования «Лыжня России 2017». Погода пыталась внести свои коррективы, но наших спортсменов не сломить. Несмотря на рыхлый прилипающий снег, забеги состоялись. Я любитель, занимаюсь 3 года где-то. Сын занимается, дочка занимается. Нравится? Обязательно нужны такие соревнования. И почаще, чтобы все занимались. Дочка пробежала, первое место заняла. Сын сейчас стартует. На дистанцию 3 километра и сделаем награждение. На старт вышли 139 спортсменов и любителей лыжного спорта в возрасте от 8 до 68 лет, чтобы поддержать традицию и выразить свою приверженность здоровому образу жизни. Участники соревнований состязались на дистанциях от 500 метров до 5 километров в свободном стиле. Среди детей и подростков победителями в своих возрастных категориях стали Анна Панченко, Рустам Муравьев, Мария Кривденко, Алексей Мацков, Юлия Завьялова, Егор Борисов, Денис Зараминский, Екатерина Гайфулина, Эльвира Канаева, Сергей Губушкин, Рустам Даниленко. Я заняла 1-е место. Участие было хорошее. Я быстрее всех. Первое место. Вот такую вот красивую медаль. Я выиграла. Золотую. Я очень рада. У меня 3-е место. Мне было тяжело. Но я все равно старалась. Много занимала места в этом году. Но обычно у меня в этом году только 3-е места. И когда у нас были эти как-то... эстафета была, я 1 раз 1-е место заняла. Мне нравится на соревнованиях быть, потому что я занимаюсь хорошо. Мне нравится. Среди взрослых на дистанциях в своих возрастных категориях первыми пришли Татьяна Чуканова, Евгений Панченко, Евгений Борчуков, Ирина Варламова, Юрий Бриль, Евгений Переверзев и Валентина Тащилина. Я даже не спешила, а мне некогда спешить. Детей пропустила? Да, потихоньку, нормально. Пожелаю очень хороших, как говорится, хорошей лыжни и хороших успехов. Все участники на финише получили сладости. Победители и призеры «Лыжни России» награждены традиционными медалями, дипломами Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.